Трагические события в Питере внесли коррективы в график пребывания Юрия Ратаса в Петербурге. Премьер-министр Эстонии, сопровождавшие его лица, сделали незапланированную прежде остановку у станции метро, где произошел взрыв. Здесь за несколько дней, прошедших после трагедии, возник своеобразный народный мемориал. Жители Петербурга, гости северной столицы, иностранные дипломаты, аккредитованные здесь, несут ко входу в метро цветы, записки, плакаты со словами скорби и соболезнования. Горе объединило всех, и именитых политиков, и простых людей. Например, сюда приехал Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», уроженец Петербурга. Чувство скорби, чувство злости и чувство солидарности. Скорби по погибшим, злости к тем, кто это сделал, кто это заказал. Злость от того, что мы не можем сообща всем человечеством противостоять, все что-то делим, что все что-то кому-то что-то доказываем. Ну а солидарность с теми, кто не сломлен. То, как вели в этот трагический день мои земляки, петербуржцы, ведь они вот этому кровавому террору противостояли, самое главное, человечность. Люди, которые принесли сюда цветы, не сдерживали своих слез, ведь не расценивают это горе как общую трагедию всех жителей страны. Ну, конечно, печаль, скорбь, безусловно, тут даже слов нету. Скорбим, будем помнить, конечно. Эта трагедия коснулась не только жителей этого города, но и всей России, может быть, даже мира. Нам не надо бояться, нас много. Юрий Ратас остановился у цветочного холма в скорбном молчании, после чего возложил букет, перевязанный сине-черно-белой лентой. Пожалуй, лучше всего выразила чувство присутствовавших на церемонии одна из жительниц города на Неве. Тут нельзя ничего сказать, кроме скорби. А что еще можно тут сказать? То же самое, ну, спасибо, то же самое. Что, в общем, люди, которые, как считается, нас не любят, все-таки нам сочувствуют. После возложения цветов эстонский премьер направился на улицу Декабристов, где в церкви Святого Яна прошла торжественная церемония, связанная с памятной датой в становлении Эстонской республики. Александр Сахаров, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.